Из горящего дома эвакуировали 50 человек. Пожар произошел в Коврове. На пульт диспетчера поступил звонок о загорании одной из квартир в многоэтажном доме на улице Островского. По прибытии пожарные обнаружили, что горит внутренняя отделка одной из квартир на 4-м этаже. Из задымленного подъезда на свежий воздух пожарные эвакуировали 50 жителей верхних этажей. На этом пожаре обошлось без пострадавших. Хозяев квартиры на момент загорания на месте не было. В настоящий момент устанавливаются причины пожара. Дознаватели рассматривают версии неисправности электрооборудования, а также версию неосторожного обращения с огнем при курении. В ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.